Волгоградский институт бизнеса, выполняя социальную миссию в регионе, активно занимается поддержкой творческой молодежи не только на уровне вуза, но и на уровне области. ВИП получил статус генерального партнера такого регионального проекта, как Волгоградская областная школьная лига КВН. На базе Волгоградского института бизнеса прошла 1/2 финала Волгоградской областной школьной лиги КВН. В игре приняло участие 14 команд. Блистали на сцене и новички, и бывалые юные КВНщики. На лигу собрались много истинных любителей КВНа. В зале просто яблоку было негде упасть. Игроки оправдали ожидания своих поклонников, не давая им повода скучать. КВНщики буквально засыпали зал искрометными шутками. В день космонавтики все мечтают стать космонавтами. В день радио все мечтают стать изобретателями. А в день ВДВ все мечтают без приключений добраться до дома. В России очень суровые законы. Так, с недавних пор подарок учителю труда нельзя купить после 22:00. Однажды хулиганы напали на мальчика и хотели отобрать у него телефон. Но мальчик возвращался с тренировки по карате, и поэтому хулиганы отобрали у него еще и кимоно. 29 марта в игре приняла участие команда КВН бизнес-гимназии «Копеечка». Чувство юмора ребятам было не занимать. Зал буквально взрывался от смеха. Зрители бурно аплодировали в процессе выступления «Копеечки» и долго не хотели отпускать со сцены. Случай у ветеринара. Да-да-да. Ну пускай выходит, машинка подъехала. Результат игры показал, что наша копеечка, как одна из самых лучших и сильных команд, вышла в финал. От всей души желаем юным, веселым и находчивым участникам копеечки удачи и, конечно, победы.